Для актюпинцев, которые пристально следят как за качеством продовольствия, так и за его стоимостью, ярмарка, можно сказать, полностью оправдала ожидания. Цены дешевле, а качество, нормальное качество. Мясо дешевое и по качеству прям нравится. Почаще нужно такие ярмарки проводить. Разнообразие выбора радовало глаз даже самых придирчивых гурманов. Сюда привезли мясо и молочную продукцию из Мартукского и Ирегийского районов. Сегодня уже у нас по графику идет вторая ярмарка. На прошлой неделе был у нас Алгинский и Тикибийский район. Они представили свою продукцию, молочную и мясную продукцию, направление. На этой неделе у нас Ирегийский район и Мартукский район. Как вы видите, у нас продукция предоставлена в широком ассортименте. Мясная, молочная, и вот рыба у нас есть, и переработчики города Ахтубе у нас также здесь присутствуют, участвуют на ярмарке. Цены были гораздо ниже, чем в розничной сети торговли нашего города. Килограмм говядины горожане смогли купить за 1600 тенге, конину за 2000 тенге. Любители домашнего кефира и парного молока могли приобрести их по 250 тенге за литр. Также из районных теплиц сюда привезли огурцы по 500 тенге за килограмм. Цена свежей рыбы 500 тенге, а стоимость десятка яиц начиналась от 310 тенге в зависимости от категории. Я продаю мясо, привезенное из поселка Кумсай, Мартукского района. Люди охотно берут, потому что видят, что свежее и натурально выращенное. Мы специально откармливаем наших коров, чтобы получить такое питательное и богатое витаминами мясо. Думаю, что людям понравится. Сельхозярмарки радуют местных жителей, ведь не каждый день горожанам удается прикупить натуральные молочные продукты сельского производства. Сертификаты лабораторной проверки реализуемой продукции тоже имелись. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт».